Bitch, I wanna party like Prince Charlie. В общем, ребята, всем привет. Сегодня мы продолжаем проходить GTA San Andreas. Продолжаем проходить ту миссию, которую я не смог пройти. Вот, сегодня, надеюсь, я ее пройду, ребят. Вот очень надеюсь, потому что, ну блин, это, казалось бы, вроде бы простейшая миссия, но что-то я прям не могу вообще ее пройти, да? Вот, во-первых, у нас есть машина, я, то есть, подъехал уже, все. Эта машина, к сожалению, не заменена модом. Ребят, в общем, что я понял? То есть, чтобы прыгать на одном колесе, мне надо зажать какие-то две, то есть, вот, допустим... Что у нас это левое колесо, чтобы на него подпрыгнуть, надо зажать 4 и 8 на нумпаде. Блин, это на самом деле это пипец сложно, ребят. Ну давайте мы с вами попробуем. Так, а как включить фары? Я понял, ладно. Поехали, протюнимся. Сейчас мы протюнимся, пойдем, потом поедем попробуем. Так, покраска. Давай вот так. Да пускай будет так. Крыша... Жесткая крыша, да, так, покраска, блин, а как, стоп, подожди, Enter, Enter, а, вот цвета, цвет автомобиля, ну, пускай будет красненький, дальше цвета, второй цвет, салон, конечно же, тоже красненький, так, ну, в принципе, что нам, гидравлика, я уже купил это, нахуя мне это предлагать, блядь, так, ну, я думаю, все, ребят, потому что, ну, типа, блин, я не вижу смысла сейчас эти давать. Так, пускай будут такие. Ладно, поехали, выполним, попробуем все-таки. Блин, ребят, я надеюсь на вашу поддержку лайком, подпиской, потому что сейчас для меня прям такое очень сложное задание, мне надо будет нажимать на много кнопок. Блин, на телефоне бы прошел. Прям сразу. Че, поехали? Нам ехать в ту сторону надо. А как фары подключить, я не могу понять. Радио работает вообще? Я же его выключил, я забыл. Так, ну ладненько. В общем, не суть, я думаю. Ща. Собака, сядь, хуй бегает. Да, ребята, у меня тут собака просто бегает, отвлекает, она топает это. У нее типа коготочки, она топает попой. Вот, ну, я думаю, не суть. Как ее поднять? Вон. Да, ёпта, куда я вообще заехал-то, я не могу понять. Ага, все правильно, я еду. Так, опускаемся. Ох ты, из GTA 5 машина. Но пока не это главное. Я вижу домик, вот он. Наверное, вон. А нет, его. Там вообще у себя надо. Блин, ребят, очень надеюсь, я очень пройду. Если очень пройду, блядь, что я сказал? Не суть. Так. Фу. Давай, я знаю, что ты сейчас скажешь. Почему его машину заменили, а ему нет? Давай, пускай будет 50. Ставка. Нахер, я не хочу что-то пока проебать. Так, что, поехали? Так, двумя руками сейчас мы будем, соответственно, все это делать. Потому что, ну, блин, тут вообще прям очень много нажимать надо. Самое главное, не перепутать ничего. Оп. В смысле слишком рано? Пропустил, алё, ну как? Допустимо. Как получается вроде бы. Спешил, ну блин. Ой. 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 Да ё-моё. У меня уже прям, ребят, реакция. Да я не успеваю нажимать две кнопки.
Да ё-моё, у меня уже просто автоматом нажимается она либо раньше, либо позже. Да ё-моё, ну вот как это пройти? Я не знаю, как мне это проходить, ребят, ну серьезно, ну это пипец какой-то. Ну конечно, не дано, блядь, я не могу это пройти, потому что... Боже мой, ну как это пройти? Ну нахуя мне две кнопки там нажимать? Блядь, ну это гон. Бля. Поехали опять. Ведь кто придумал такое управление, блядь? Ну да нахуя нажимать две кнопки? Ну чё это вообще? Либо Rockstar, либо вот эти мододелы, блядь. Хотя, в принципе, я скачал оригинальную версию игры. И какого хрена я вообще не успеваю, блядь? Их так много, и, конечно, я не успеваю. Я сейчас опять ехать к нему за машину, ё-моё. Да давай уже, я знаю там, что надо делать. К гаражу, блядь. Опять машины нет, да... Поехали на додже. А вот этот додж мне уже больше с окраской нравится. Он не знаю, прыгает вообще, нет? Не, он не прыгает. Хреново. Блин, отвечаю, сейчас просто приеду и найду другой лоуайдер. Ну потому что, блин, этот вообще он пипец. Есть другой хотя бы, нет? Вот это что, это лоуайдер вообще? Где отсюда едет? А там, по-моему, слышите, ребят, там, по-моему, можно же на любой машине, нет, прыгать? Нет, ребят, я ошибаюсь, там не на любой машине надо прыгать. Там именно надо на этой машине прыгать. Там хз. Если на этой миссии сейчас у меня горит прям жестко, то что же будет, когда будет миссия гонки на этих же машинах? Ту миссию даже на телефоне еле прошел. Давай попробуем, как бы что. Пропустить нет, нельзя. Ну давай, я уже понял, что мне делать. Отправляйся на тусовку. Я, короче, не буду ничего тюнинговать, пацаны. Я сейчас просто вот поеду на такой, какая она есть. Блин, я не могу понять, как мне попадать в такты постоянно. Да уйди отсюда, куда ты едешь? Опять, наверное, они там поехали. Да ёб твою мать. Да блять! Капслок зафиксировать гидравлику, чё? Чё? Да я понял это. Опустись. Да выключить. Блин, то же самое можно было на аж сделать, все, и вот тебе гидравлика. Типа та же самая. Тут я хрен поверю, да? Да, ну ничего, я уже почти доехал, в принципе, вон на это хрень. Сбоку. Ой, это что такое? Это у нас это... А, нет, мне просто показалось, что это Deon Ex. Кто придумал такую миссию, блин, ну нафига я вообще придумал? Давай еще раз, человек. Посмотрите, какие-нибудь машины, да, классные? Чего у меня за говнецо? Да давай. Да давай, блядь, шифт. Я надеюсь, я смогу, ребят. Опять шалаву ко мне это сажают. Ну нахрена она вообще нужна? Она тяжелая, блядь. У меня машина не поднимается из-за нее. Выкиньте ее нахер. Я тебя сейчас выкину, вылези оттуда, блядь. Пропустил, вот уже, ребят, пропустил. В смысле, алло?
Да в смысле поспешил? Иди нахуй. Да. Да, да в смысле не работают кнопки, блядь? Ну, опять, да ёб твою мать, я не знаю, как набирать. Пошёл он нахуй. Иди нахуй, чел, блядь, пизду, пошел нахуй, ты меня бесишь. Я не знаю, как это пройти, вообще просто я не понимаю. Слышь, что чморило, блядь, вылазь нахуй, это моя теперь машина. Вылазь, ты сказал, придурок. Какое-то говно мне дали, которое, блядь, вообще пипец. Иди нахуй, чел. Залез он, блядь, туда. Напрыгать хотя бы. Не, ребят, миссия, конечно, я в шоке просто. Это полный пипец просто. Поехали лучше к Big Smoke, я у него тоже миссию не выполнил. Так, Big Smoke. Блин, ребят, напишите в комментариях, с какого раза вы это прошли, потому что, ну, я не знаю, вроде все хорошо сейчас было, нет, надо мне, оказывается, еще очков больше набрать, чем вам. Не миссия, я не знаю, что это такое. Поехали. Вот, теперь хоть машина нормальная стала, ребят, ну согласитесь же. Блок какой-то корыто вообще, блядь. Похоже на жопу. Так, что там за поездом надо, да? Опять туда же, откуда я сейчас уехал. Ну, фактически. Блядь, Big Smoke, слышь, давай стреляй, а? Ты задолбал. Поехали. Я, ребят, сейчас, конечно, попробую запрыгнуть на поезд как-нибудь сзади. Садись уже, толстяк. Поехали. Давай только ты пиздить не будешь мне под руль. Не понял. Что, и ходишь, что ли, за ними? Заехать-то можно, молодец. Стреляй! Но он, сука, не стреляет. Бля, была бы это GTA 5, я бы тоже стрелял, естественно. Я буду ехать просто тупо вообще наравне с поездом. Ой, я тоже думал, что она сейчас меня отлетит. Ты хоть кого-нибудь убил? Да блядь, да ёбаный столб! Ну откуда ты там взялся, блядь? Садись уже! Давай, жирный, прыгай! Блядь, откуда этот столб там взялся вообще? Блядь, я вообще смотрю за ним, чтобы он убивал. Да я вижу, что встречный поезд, нахуй ты меня орёшь под ухо, блядь. Ты вон давай стреляй, вот правильно, блядь, залез, давай стреляй. Как же ты стреляешь, ты? Ну ты чё? Стреляй! Как ты перезаряжаешься? Ты зубами перезаряжаешься? Только скажи мне честно, блядь. Давай, 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 СиДжей, давай, давай, Big Smoke, сука, не стреляй. Да, конечно, сосать, блядь, хуя запрыгнул туда. Давай, стреляй, да он даже никого не убил. Блядь, ёбаный в рот. Боже, блядь, какого хера, почему я стрелять не могу? Почему вот это хуйло не может попасть? Хули ты мне говоришь, что ты прикончишь? Ты, блядь, сосёшь только, а не прикончишь. Ты не умеешь, блядь, стрелять, алё. Вась, мы уже почти все. Давай гаси этих ублюдков. Ну гаси! Блядь, пацаны, ну это пипец, вы сами все видите. Я уже еду вот просто на уровне с кабиной поезда. Уже все уже. Big Smoke, он тупой, блядь. Да в пизду. Все понятно.
Он даже никого не убил, хуй блёд. Пизду, всё ясно. Да, блядь, не успел даже эту хуйню застрелить. Чё ты там базаришь? Стой, подойди. Где он есть тут, блядь, сука? Я его застрелить хотел. Вот теперь мне опять туда добираться. Ну, камон, ну, блядь, ну это вообще пипец, ну. На чём поедем? Поехали, нет, только на команде. Да? Поехали, на тебе. Бля. Воу-воу-воу, блядь, ну да. Я даже летать не умею, ребят, ну о чём. Какие нахер перестрелки, блядь. Чтобы летать бы научиться на машине. Ну хотя, знаете, так странно звучит очень. Летать бы научиться на машине. Так, а там, по-моему, недалеко лететь, да? Давай сейчас вводим чит-код. И пазлка. Опять эта железная дорога, блядь. Понял. Влазь! Да куда ты сел? А, правильно я все сделал. Красавчик. Блять, заебал Big Smoke, сука. Давай уже ровнее стреляй, нахуй. Ты же, блядь... А, ну походу в CS-ку не играл. Да ладно, шучу, пацан. Блять, пиздец, разработчики походу в натуре не знали, что такое Counter-Strike, блядь. Хотя бы 1.6, нахуй. Просто пусть стрельбу, блядь, делают. А, мне же вылезти надо. Бля, ребят, извините, но я покурю, потому что, ну, это вообще пипец. Hey, поехали. Стои, блядь. Нахуй ты стоял, если я в тебя врезался, ты поехал сразу. Тоже логика. Да нахуй ты там меня подрезаешь, себя подрежь. Поехали, поехали, без пиздежа. Сразу садись, садись. Ну сука, я сейчас буду ехать прям вот... Пипец как за ним. Стреляй. Давай, 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 стреляй. Понял. Мне, конечно, интересно, как ему будет удобнее попадать. Давай! Блять! Вот, сука, дегенерат, а? Давай, Виксмоук, я не буду прижиматься. Ну куда ты едешь-то, блядь, хуило? Ёп, блядь. Бля, пацаны, я ору, вот что это, блядь, ну ёбаный свет. Сука, что за даунизм, кто, блядь, это придумал? Тупо, блядь, меня въёбывает машина, которая едет туда нахуй, потом... Меня въебывает поезд и въебывает еще одна машина, блядь. Это чё? А, боже мой, давай. А, Г, Б, Д, Л, Г, И, Д. Где он? Оттуда. Нормально, поехали. Big Smoke тоже он, сука, тупой, блядь. Куда ты, сука, поворачиваешь? Бля, мент, от души тебе вообще спасибо, блядь. Слезь нахуй отсюда. Сидит он, блядь, на своем мотоцикле. Нет, пацаны, не смог он.
Я, конечно, не подтрекатель, но, по-моему, я тоже такой же, как Биг Смол. Ну, не понял, в каком смысле. Блин, какая машина какая-то, да? Какой он четкий. Биг Смоук, я даю тебе, сука, последний шанс. Иначе я тебя реально сам застрелю. Я понял. Я понял. Прыгай быстрее, блядь. Пацаны, чит-код. А чё чит-код не вел? Да ладно, вкусно. Стреляй! Я даже отъеду вот так вот. Чтоб тебе, сука, было удобнее. Ну давайте, пацаны, как вы любите. Ну там машина стоит, это да. Это как бы. Все, наконец-то меня никто не сбил. Охренеть, пацаны, вот это достижение. Погнали теперь. Я буду сбоку просто ехать, чтобы он попадал. Куда? Вы видели, да? Кого-то вообще, по-моему, одного убило было что-то. Ты стреляй, не пизди, алё. Куда ты сюда едешь? Поехали. А, я понял, он никого не убил. Или убил. Дорога перекрыта. Да я свернул, он медленно что-то какой-то вообще, это Санчес. Не могу понять, почему, ребят. Так, нет, надо это делать не здесь. Блять, смотри на дорогу. Иди нахуй, слышь, ты чё, блять, охерел? Да ёбаный в рот. Не, пацаны, я проебался. Вспышку просто очень жестко, блять. Биг Смоук, ты лошара! Короче. Сука, дятел. КДЖКСЗП. Да сука, не успел! Блять, пидор, а? Какой ж ты пидор все-таки, сука? Рипасха. Пацаны, я не знаю, летает? А, нет, он прыгать не летает. А, нет, он так типа хочет взлететь, но у него не получается. Или нет? Боже мой, что делать? Так, код убираем. Блин, ребят, ну это вообще пипец, это жестко. Так, ребят, у меня там это... соседи мои стучать начали, поэтому я думаю, мы продолжим выпуск, но через какое-то время. В общем, как-то так, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Вот, и всем до новых встреч. Увидимся в следующем видеоролике.